Добрый день, мои дорогие друзья. Сегодня на приеме приехал вот такой вот парень, богатырь Егор зовут. Вот. Есть проблема, были у многих ортопедов, в Самару ездили. Вот. Но проблема не уходит, это вот видно, плечи у парня ушли вперед. Соответственно, сутулость. Напряжение у нас больше идет по этой, да, по правой стороне. Здесь смотрим, нет. Здесь больно, да? Здесь нет. Соответственно, и здесь смотрим. Эта сторона больно, да? Ай-яй-яй, да? А здесь не так. Вот. Опять же, что делаем? Самое интересное. Проверим, есть ли проблема у него в крестце. Сажаем. Сел. Нажимаем. Уже не больно, да? Не так сильно. И здесь. Нет? Не больно. А? Не больно. И здесь нажимаю. Ушла боль, да? Угу. Нету, да? Нету. Встань. А? Есть. Появилась боль, да? Сел. Нету, да? Угу. В чем дело? Что такое с парнем? А проблема в крестце. Ложись лицом вниз. Если мы внимательно посмотрим, вы подойдите сюда, мама снимает, у нас оператор сегодня. Расслабь ножки, голову, ну туда, да, в эту дырочку. Посмотрите сюда поближе, снимайте. Оттуда, сверху, чтобы видно было. Насколько, видите, левая нога, короче, у нас, ну, 2,5 сантиметра примерно, видите. Если по пальчикам посмотреть, по большим, вот сюда вот снимите. Видите, какая разница, вот этот палец и этот. Насколько нога ушла у него. То есть, соответственно, он упал когда-то. Возможно, даже когда учился ходить. Дети у нас постоянно падают на попу. Вот, и у него подвиг тазобедренного сустава. Крестец стал наискосок. Все. Есть простейший способ, как бы, у нас костоправов. Детей до 10 лет. Он срабатывает иногда. Но чуть постарше становится, уже, конечно, посложнее. Берем, внимательно, правильно нажимаем и отрабатываем. Все, слышали? Хрустнуло как. Не больно? Больно. Больновато было, да? Так, и смотрим сюда. Ножки расслабь, голову на бок поверни, или вот так пусть лежит. Смотрите, идеально ровные ножки, да, стали? Здесь смотрите по пальчикам. Все, идеально, видите? Вот. Нога выровнялась. Крестец притопили на место. Нога выровнялась. Вот. И отсюда у него, я еще не показал, тут у него, конечно, желвак был. Вот. Ушло все напряжение. Давай попробуем еще раз эксперимент проведем. Слезь. Аккуратно слезь с кушеточки. Проверим. Не нету боли. Ушло, видите, сразу. И здесь ушло, да? Да. Вот. Хоть ты сядешь, да, все равно боли не будет. Хоть встанешь. Вот, все. Ложись, залазь. Сейчас поработаем немножко. Ну-ка, приподнимись. Под поясницу положим валик. Вот. Тут взрослые дядьки боятся. Детки, видите, спокойно. Все. Бояться не надо, страшно многие. Страшно ходить вот с таким смещением. И в первую очередь, что у нас образуется сколиоз. Как только наискосок таз у нас встает, соответственно, позвоночник у нас начинает деформироваться. Нам же нужно балансировать при ходьбе, правильно? Вот головной мозг дает команду и развивается сколиоз. Вот у него уже сколиоз повернул позвоночник в правую сторону. Сюда вот ушли позвонки. Будем справлять немножко. Потерпи. Потихонечку вот так. Дыши только. Дыши, дыши. Мало того, сам позвоночник перекручивается.
я вот опять вам не показал, если бы мы его на спину положили, у него в паху с левой стороны сильнейшее натяжение. Из-за этого и паховые грыжи у нас. Откуда грыжа взялась вроде бы, да? А из-за сильнейшего напряжения. Там не дотронуться, вот чуть-чуть пальпируешь, дикое натяжение. Вот вам, пожалуйста. При этом диком натяжении паренек взял вообще что-нибудь поднял. Там у нас детки любят штигать. Пык, все, ткани разошлись, грыжа вылезла. Как только крестец ровно ставим, сразу оттуда все напряжение уходит. Это только одна как бы из проблем. У нас все внутренние органы перекручиваются. Перистальтика неправильно работает. Кишечник у нас же постоянно сокращается, проталкивает все эти продукты. Все из-за того, что там натяжение, все перестает правильно работать. А это вам, пожалуйста, и застои в кишечнике. Давай, давай, расслабь. Вот молодец. Вот как надо, смотрите. Не орать там диким голосом. Да, Егор? Спокойно лежать, и все будет нормально. Парень показывает вам, как нужно себя на сеансе вести, да, Егор? Вот так, молодец. Давай уберем. Ложись. Позвонки назад немножко выперли тоже. Лордозик сглаженный. Уже 10 лет. Так, Егор, сейчас встань на коленки и обопрись на локти. И спину вниз прогни, как собачка. Встань. Вот так вот. На локти встань, на локти обопрись. Вот, спину вниз прогни. Вниз, 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 вниз прогни. Вот, прогибай. О, о, о. Еще вот так и прогни. Даже тяжело тебе прогнуть, да? Чуть-чуть расслабься, не бойся. Потихонечку. Вот так вот. Вот. Молодец. Ага. И здесь чуть-чуть. Все, ложись. Молодец. Выдох. Выдох. Угу. Есть. Расслабься. Расслабься. Я не совсем понимаю. Вон, она не понимает. Сири ничего не понимает, что происходит. Десять лет уже работаем, в принципе, как со взрослыми. Ну, только гораздо мягче, конечно. Все-таки косточки намного подвижнее, таких сильных мышц нету, как у взрослых. Все проще. Расслабься. Вот током дают, да? Приподнимись и на валик на этот вот мягкий. О, подгрузь. О, вот все. Молодец. Лежи. Мало того, еще не сказал. Когда у нас в крестце перекос, натяжение идет до самого верху. Все. Головные боли, и все, и здесь вот как комок становится, сутулиться человек начинает, вся проблема отсюда. Как фундамент у нашего дома будет кривой, и весь дом перекосится, так и человек. Расслабляйся, расслабляйся, вот, спокойно уже. Все. Все. Так вот. Давай, уберем. Весь мягкий стал. Здесь не больно тебе? Нет.
Нажимали? Нет. По этой стороне? Нету? Нету. Вот. Самое главное, это у нас теперь ровные ножки. Значит, у парня будет все хорошо. Давай, слази потихоньку, Егор. С кушетчики. Все. Сейчас. Слази. Тихонько. Ну, как? Одинаково. Нормально? Что можно сказать? Пусть приезжают, да, ребята? Угу. Все. Всем пока. Пока.